Ванька, прикинь, телефон разрядился. Но где там Халк? Чего он так долго? Давай быстрее. Ребята, да иду я, уже иду. Вообще-то все чемоданы мне отдали. Могли бы хотел помочь. Халк, ну ты медленный. Фух, зря я согласился с вами ехать. Халк, не парься, мы уже приехали. Только я не могу понять, где все. Алло, мам, тут такая скукота, я уже 30 минут стою одна и никого. Хотя подожди, мам. Амина, мамочка, я тебе перезвоню. Милана, ребята, там моя ЛП. Халк, давай быстрее. А чемоданы? Мне что, их опять тащить? Мы так не договаривались. Приехала в кампус, но я же не могу бросить свою любимую подружку. Так, девочки, хватит обниматься. Раз мы приехали сюда первые, значит, мы можем выбрать самые лучшие комнаты. Хорошая идея. Погнали быстрее. Чур, самая большая кровать моя. Я что-то не понял. Я что, один приехал в этот кампус? Где все? Ты чё, очкарик, слепой? Не видишь, куда идёшь? Прости, я не специально. Ладно, прощаю. Ты чё, тоже в кампус приехал? Ну да, меня, кстати, Киба зовут. Меня Бабл зовут. Будем с тобой, короче, это, в одной команде. Энджи, ты видела? Твой бывший тоже приехал в кампус. Я вижу! Как он узнал об этом? Я ему ничего не говорила об этой поездке. Что ты бегаешь-то за этой Энджи? Погнали отдохнем в другое место. Я лучше знаю, что делать. Заткнись. Энджи! Прости меня! Я ради тебя приехал в этот кампус. Я тебя об этом не просила. Если б я знала, что ты будешь здесь, я бы сюда не приехала. Слушай, Киба, предлагаю тебе всегда держаться вместе. Тогда нас точно никто не сможет обидеть в кампусе. Прикольная идея, я согласен. О, смотри, кто-то еще заехал в кампус. Энджи, походу, он никогда от тебя не отстанет. Я уже поняла. Я тебе сказала, не ходи за мной. Давай. Ой-ой-ой, больно мне надо. А вы что пялитесь? Энджи, моя девушка, ты понял? Да. Будешь следить за ней. Если кто-то к ней будет подкатывать, сразу мне доложишь. Я тебе не шестерка. Это мы еще посмотрим. Заберем ее себе. Девчонки, вообще-то вы опоздали. Я первая заняла эту комнату. Вообще-то мы думали, что мы самые первые приехали. Ладно, Аминка, пошли комнату посмотрим. Пошли, может быть, это будет к лучшему. Ладно, оставайтесь, так уж и быть. Лучше этой комнаты вы не найдете. Я уже тут все проверила. Ну что, остаемся? В принципе, комната здесь прикольная. Тем более она сказала, что лучше мы здесь не найдем. Мы остаемся! Если что, я Амина, а это моя ЛП Милана. А я Стеф. Пазл, ты не можешь жить в этой комнате, потому что эта комната для девочек. Ты че, тупой? Эш, ну пожалуйста, я не хочу жить с этими дебилами. Можно я останусь с тобой? Как ты себе это представляешь? Что обо мне подумают подружки? Мы с тобой больше не встречаемся, ты не мой парень. Ты чё, тупой? Эш, дай мне еще один шанс. Я обещаю, я исправлюсь. Мы это уже слышали. Так, Халк, выбираем комнату с раздельными кроватями, потому что я с тобой спать не собираюсь. Я вообще тоже с тобой не собирался спать. О, кажется, эта комната занята. Да, занята. Вы что, слепые? Здесь живу я и моя девушка. Пазл, я тебе уже сказала, не называй меня своей девушкой. Хватит всем врать. Че уставились? Я же сказал, валите отсюда. Халк, кажется, кто-то нарывается на большие проблемы. Сейчас у вас будут проблемы. Валите отсюда. Энн!
Энджи! Сейчас из-за тебя опять будет драка. Этот пазл вечно нарывается. Камиль, давай я его сейчас размажу быстро и все. Да не, не надо. У нас еще будет достаточно времени этого сделать. Не будем портить себе сейчас настроение. Эндж, ну пожалуйста, разреши мне остаться с тобой. Я сказала нет. О, кажется, эта комната свободная. И еще самое главное, она с раздельными кроватями. Чур, я сплю здесь. А я лягу здесь. Стоять, пузырь! Куда собрался? Да-да-да, так, пробежаться, похудеть немножко. Ты узнал то, что я тебя просил, а? Нет, не узнал. И я не буду узнавать, потому что я тебе говорил то, что я не шестерка. Ну все, пузырь, ты сам напросился. Не хочешь по-хорошему? Будь как обычно. О! Пузырь, ну ты и бегаешь. Пазл, ты, конечно, красава то, что его поймал. Вот вы безмозглые, вы даже одного толстяка поймать не можете. Так мы его это, в ловушку загнали. Чтобы ты его поймал? Да. Придурки. Эй, недоумки, отпустите бабу. Ну чё, очкарик, смелым стал? Ну кто тебя просил за меня заступаться? Ща тоже влетит. Бабл, я тебе говорил, я друзей не бросаю. Давай, Пазл, покажи им, кто здесь главный. Хоть бы промахнулся, хоть бы промахнулся. Пазл, ты чё натворил? Ты стекло разбил. Блин, мне влетит от учителя Макса. Пацаны, валим. Лузеры, если кому-нибудь расскажете, вам будет еще хуже. Блин, хорошо, что не в нас попало. Кип, надо тоже валить, иначе подумают, что это мы сделали. Жив. Итак, ребята, сейчас придет учитель Макс, и у него будет с нами очень серьезный разговор. Кто-то в первый день успел накосячить. Я слышала, что сегодня в кампусе кто-то умудрился разбить окно футбольным мячом. Тот, кто это сделал, точно тупой. Как можно было додуматься разбить окно в первый день? Интересно, какое наказание будет тому, кто это сделал? Мне кажется, что его исключат из кампуса. Аминочка, присаживайся. Итак, ребята, я хочу вам напомнить, что у нас в кампусе действуют очень строгие правила. И если вдруг кто-то их нарушит, сразу же будет исключен из кампуса. Сегодня до меня дошла информация, что кто-то из вас разбил окно в кампусе. И сейчас мне очень интересно узнать, кто это сделал. Киба, давай все расскажем. И тогда пазлы исключат, он не будет нас доставать. Тебе что, жить надоело? А я, кажется, догадываюсь, кто это сделал. Учитель Макс, мы ничего не видели. Да-да, ничего не видели. Давайте уже признавайтесь быстрее и расходимся. Я так понимаю, что признаваться никто не хочет. Поэтому я принимаю решение закрыть кампус. Блин, кампус это моя единственная возможность быть сенджем. Учитель Макс, это я! Пазл, я от тебя такого не ожидал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, ждете ли вы вторую часть. И всем пока! What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.